командорхи, а им слишком долго распространяла лживые слухи о сопротивлении. Довольно. Пора рассказать всю правду. Но их спутниковое покрытие огромно. Пока эта сеть работает, они контролируют повестку. Джарвису удалось найти спутниковые центры, которые управляют коммуникационной системой. Понимаю, к чему ты клонишь. Если вырубим один, отключится вся сеть. По крайней мере, на пару часов. И мы сможем отправлять сообщение сопротивлению. Временно. Но так каждое наше слово будет иметь вес. Но у нас нет оружия, которое смогло бы вырубить спутник. Так что же делать? Спутник соединен с Землей огромным космическим лифтом. На нем и поднимемся. Для начала придется раздобыть коды запуска для космического лифта. Будет сложно. Оно того стоит, Хилл. Сопротивление пока что легко сломить. Нам надо как-то объединить силы. Для этого необходимы каналы связи. Полагаю, ты знаешь, где их найти. Джарвис узнал, что они есть у командира местной базы АИМ. Надо к ним наведаться. Итак, нам надо достать коды запуска. Настроение, Камала? Хорошо, нормально. Немного нервничаю.
Кэп, нам нужны коды запуска. Сделаем. Не волнуйся, все будет. Не теряйте голову! Покажем им! Нужен противник. Против нас они ничто. Сегодня просто в ударе. Покажем им, что к чему. Зоне. Да. Надо привлечь его внимание.
Обходной маневр! Находится под управлением многоступенчатой системы контроля доступа, зависящей от трех контрольных узлов. Чтобы открыть вам доступ внутрь, Джарвису понадобится их взломать. АИМ в полной готовности. В транспортном центре вас ждет яростное сопротивление. Я молодец!
не должны перекрыть лифт. Отдохни! Мстители! Вперед! За работу. Теперь ты в безопасности. О, мне кажется, или тут становится жарко? Подключитесь к трем контрольным узлам, блокирующим доступ к системе безопасности, чтобы Джарвис мог открыть вам двери. А им попытаются вас выдавить, так что готовьтесь отстреливаться. Перехватила один из узлов. Пытается выкинуть Джарвиса из системы. Сейчас разберемся. Так, Джарвис готов начинать. Чем больше узлов вы взломаете, тем лучше. Продолжайте в том же духе. Я отказываюсь уходить в чертоги своих предков! Перехватила один из узлов. Пытается выкинуть Джарвиса из системы. Сейчас разберемся. Джарвиса, команда. Бодро качает единички и нолики. Но вам по-прежнему нужно не подпускать к узлам противника. Закрывай! Вот они!
это все, что ты можешь? Огонь! Нужно отбросить АИМ от этих узлов. Будет больно! Системы лифта отключены. Можете идти, Кэп. Момент настал! Долгую поездку на лифте, пожалуйста. Сэр, предупреждаю, это будет очень непростая поездка. Держитесь крепче! Невероятно! Без понятия, какие системы защиты у этого спутника. Забираемся внутрь, запускаем самоуничтожение и отчаливаем. Ясно? Предельно. Не позволяйте себя запугать. Надо найти пульт и открыть двери центрального узла. И так ничему и не научился. Еще как. Надо сломать абсолютно все, иначе спутник продолжит работу. Мы ждем вас, Кэп. Как только вы отключили спутник, мы разошлем сообщение всюду, куда сможем. Синяки с автографами на память. Сеть по всей станции перегружена. Попробую вернись!
ресурсной станции. Система коммуникации разрушается. Мы сможем отправлять сообщения нашим постам на восточном побережье. Скорее всему миру! Убирайтесь оттуда! Сейчас рванет! Джарвис, передавай сообщение. Конечно, сэр. Говорит капитан Америка. Всем, кто сопротивляется тирании АИМ, всем, кто боится и не знает, у кого искать защиты, мстители вернулись. И больше мы вас не подведем. Граждане Америки, мы ведем репортаж с демонстрации против серьезнейшей угрозы нашей свободе.
Этим утром главы всех важнейших военных организаций были захвачены врасплох новыми адаптоидами АИМ. Огромные военные корабли в небе над нашими городами вызвали настоящую панику. Началась всеобщая мобилизация, а среди населения растет напряжение. Конечно. Моя технология. Это маскировка. Минутку, что-то происходит. Сэр, поступил сигнал бедствия из убежища сопротивления в Нью-Йорке. А им хочет нас выманить. Пойдем их спасать, решат, что мы напали на город. Неважно, как это будет выглядеть. Если кому-то нужна помощь, мы помогаем. Делайте то, что нужно. Стартуем с рассветом. Эй, Кэп, я попросила Пима прислать нам все, что есть по Нью-Йорку. Зайди в лабораторию. Иду.
щит перехватил какой-то загадочный сигнал на старой частоте АИМ. Хе, сколько всего загадочного для простых смертных я повидал. Послушайте сами. Прототип готов, мой господин. Ты верно мне послужила. Это мой голос! Собери пробудившихся. Мы начинаем. Что это за коварные проделки? Джарвис, есть что сказать? Я смог выяснить, что сигнал идет откуда-то из Скандинавии. Сведений о пробудившихся у меня нет. Я не собираюсь с этим мириться. Немедленно выступаем! Мы должны узнать, кто такие эти пробудившиеся. И что это за прототип такой. И про того подражателя не забывай. Безыскусного подражателя. На мой взгляд, получилось весьма похоже. Нет, не похоже. Разве тебе это не льстит? В любом случае, мне кажется, мы имеем дело с чем-то более серьезным, чем просто кража личности. Сообщение шло из этого леса. Согласно моим данным, здесь находится брошенная база АИМ. Однако, здание на месте. Не похоже на АИМ. Обычно эти все за собой подчищают. Все загадочнее. Мне кажется, АИМ никуда отсюда не уезжала. А я не уверена. Не похоже на их оборудование. Ладно, давай найдем, откуда идет сигнал. Вы здесь не одни. Уничтожить ложного бога! Ты смеешь! Все, иди, Тор! Я не думаю, что этих пробудившихся можно вразумить, сэр. Yeah!
Даже как-то жалко, что все. Вижу врага. Здесь что-то не так. Согласен. Здесь воняет черной магией. Вот он, мой час! Здесь не одни. Похоже, люди Аим просто все отключили и уехали. По всей вероятности. А это что? Какой-то извращенный памятник мне и... пути домой. Что бы это ни значило. Ладно, давай его осмотрим. Осторожно. Ловушка! Похоже на то. Джарвис? Сканирую памятник. Одну минуту. Сигнала. Ну да. Он подключен к зданию неподалеку. Я только что зафиксировал сигналы от него. Наша цель ясна. Очевидно, в нем укрывается подражатель и его аппарат. Надо проверить. Здание закрыто, но я смогу обойти систему безопасности главного входа. Тебе тоже кажутся знакомыми эти пробудившиеся? Да. Или они работают твоим, или в каком-то из их радикальных отделений. Это загадочное излучение становится сильнее. Полагаю, это плохой знак. Поняла. Секта, несомненно, была частью АИМ, а после отделилась и перестала придерживаться кредо «наука превыше всего». Подражать.
вон там. Снова ловушка. Уничтожьте ближайшие трансформаторы. Так мы обойдем систему безопасности и попадем внутрь. С радостью! Мстители! Как приятно! Стасила течет сквозь! Осталось еще два. Ломиться в наш священный храм! Обманщик! Это я, истинный бог грома! Сразись со мной, и я накажу тебя за твою ложь. Наши незваные гости. Эй, Тор, это очень странно. Лучше действует мне на нервы. Сразись со мной, Плут, и мы узнаем, кто достоин имени Тора. Мои почитатели во мне не усомнятся. Пробудившиеся, услышьте меня! Ложный бог здесь! Уничтожьте его! Мы здесь не одни. Сразись со мной, лжец! Ха, я не стану пачкать Мьёльнир в твоей крови. Лучше встреться с моим заместителем. Рус, мы уничтожим твой автоматон и следом тебя! Вся сила течет сквозь меня! Снимайте костюм!
замела следы. Вам нас не найти. Может, поспорим? Мне жаль вас. Поверить самозванцу. Ты в порядке, здоровяк? Ложный Тор обещает своим последователям отвезти их в Асгард. Эй, Кэп, я попросила Пима прислать нам все, что есть по Нью-Йорку. Зайди в лабораторию. Иду. Ладно, команда. Мои люди на месте? Да, как ты и предсказывала. Я следила за лабораторией АИМ, которую вы нашли в пустыне Юты. С утра туда перевезли ученых. Такое чувство, будто я не догоняю. А ты не отставай, Тони. Не буду. Если ты расскажешь мне свой супершпионский план. Вдова установила контакт с группой ученых в АИМ. Хотят перейти в сопротивление. Спасательная операция. Ясно. Это умные ребята. Может, поумнее тебя. Нам не помешают их мозги. Я в деле, но если что, будьте готовы прислать подмогу.
Ты много общалась с этими людьми? Как танцовщица? Очень. А как меня раскрыли, то корпоративную почту заблокировали. Переманивала людей прямо под носом, а им? Класс. Надо вырубить электричество на базе АИМ, чтобы ученые могли воспользоваться этим и дезертировать. Эти ученые как-то связаны с Днем Мстителей? Они работали в лаборатории Тарлтона, той самой, которая обнаружила Терриген в заливе. Видимо, хотят вступить к нам из-за чувства вины. Надо добраться до электрощитовой как можно скорее. Без электричества они не смогут. Вызвать подкрепление, если, конечно, мы не привлечем их внимание раньше. Путь свободен. Охраны почти нет. Тревога не сработала. Ладно, щитовая прямо по курсу. Чтобы проникнуть в нее, понадобится помощь Джарвиса. Мисс Романов, этот объект защищен локальными протоколами безопасности. Чтобы я открыл двери, вы должны подойти с вашим передатчиком к узлу их сети. Подобраться поближе и ждать, пока ты не закончишь. Поняла. Принципиально важно, чтобы вы оставались в досягаемости узла и не подпускали к нему бойцов АИ. Они попытаются заглушить мой сигнал. Никогда не могу угадать, какую тактику ты выберешь. Идти в лоб или втихую. Иногда и я не могу угадать. Открыл двери. Пожалуйста, не отходите от узла. Без проблем. В следующий раз лучше вздремнуть.
Я закончил. Двери открыты. Отлично. Иду внутрь и уничтожаю их щитовую. Доктор Форсон, прием. Я готова отвлечь их внимание. Принято, вдова! Что у вас? Нервничаем, но готовы выдвигаться, как только вы отвлечете на себя АИМ. Готовьтесь отчаливать. Мне нужно уничтожить все 4 турбины. Тогда питание отключится, и АИМ на это отвлечется. И пришлите мстители на подмогу, пожалуйста. Хилл. Как только я это сделаю, на меня насядет вся база. Я за ними прослежу. А ты оставайся в живых. Бай-бай, дорогуля! Вот меня не видно. С этим все. Ладно, доктор Форс, приготовьтесь. Мне кажется, нам пора выдвигаться. Тут повсюду войска АИ. На, подожди. Ха-ха.
Я тороплюсь. Замыкание будет коротким. Хотите увидеть? Ждите моего сигнала, доктор. Пожалуйста, скорее! Я чувствую, они вот-вот нас раскроют! Вы смогли вырваться? Не отвечают. Поднимайся. Они целятся в нас! Их сейчас собьют. Черт, Хилл, дай последние координаты. Сейчас, подожди. Нас подбили! Мы падаем! Приготовиться к аварийной посадке! Хилл? 2 километра, а им собирается у предполагаемого места крушения. Противник добрался до места крушения. Ясно. Войска, они здесь! Я почти на месте. На корабле должен быть сейф с оружием. Используйте его. Неплохо. Теперь у них хотя бы будут пушки.
им наступает. Это ненадолго. Спасите нас, пожалуйста! Эй, Джарвис, мои деньги пришли? На ваш счет поступила внушительная сумма. Ты делал это за деньги? Глубокий вдох, командор. Я объясню, когда смогу. Объяснишь сразу же, как только сюда явишься. Тогда лучше пойду самым живописным путем. Эй, Кэп, я попросила Пима прислать нам все, что есть по Нью-Йорку. Зайди в лабораторию. Иду.